К новостям культуры. Завораживающие танцы, жестовое пение, декоративно-прикладное творчество, театральный жанр, танцы на колясках. 31 творческая делегация и более 250 участников. В Мурманске завершился детско-юношеский фестиваль «Созвездие». Областной дворец культуры вновь принимал особенных гостей. Детей с ограниченными возможностями здоровья. В столицу Заполярья приехали творческие делегации со всех уголков России, а также Финляндии и Республики Беларусь. Кировск на конкурсе представлял воспитанник детской школы искусств номер 1 имени Розанова Данил Миронов. Произведение французского композитора и аранжировщика Поля де Сен-Невиля с таким простым и понятным каждому названием «Любовь» принесло Даниилу первое место в номинации «Инструментальный жанр» в старшей возрастной группе и специальный диплом за артистизм. Не по годам талантливый воспитанник Кировской школы искусств рассказал, чем руководствовался при выборе конкурсного произведения. В основном, конечно, техническая составляющая и внутренней красотой произведения. Именно польза, которую произведение принесет для души, для техники и для вообще для восприятия. Выбрали под Сен-Невиля «Любовь». Ну, я думаю, что для твоего возраста это актуально. Более или менее, да. В этом году Даниил участвовал в фестивале «Созвездие» в третий раз. Как и прежде, подготовиться к конкурсу одаренному ученику помогала преподаватель школы искусств имени Розанова Галина Мазурова. Он сейчас стал более ответственно относиться и научился заниматься самостоятельно, исправлять ошибки. Правда, он когда занимается, он вслух разговаривает, как будто я, скажем, сижу рядышком. Поэтому преподаватели, которые проходят, я думаю, что я нахожусь рядом, когда он комментирует, там надо исправить. Очень громко, на два форта всегда у него такой тембр. Вот, но вот хорошо, что он пытается и у него получается. В этом году фестиваль приобрел статус международного. Поэтому, чтобы стать лучшим среди лучших, подготовка должна быть очень серьезной. У Даниила есть свои личные секреты хорошего выступления. Впереди у кировской звездочки Даниила Миронова подготовка к весеннему конкурсу «Северное сияние», который пройдет в Мурманске. А потом самое главное и ответственное мероприятие – поступление в июне в Мурманское музыкальное училище. Пожелаем Данилу удачи, и пусть у него все получится.